Привет, друзья! Это истинный следователь. Давайте сегодня посмотрим на переходник microSD в SD карту. Решил я снять, пока не выкинул этот переходничок. Так. Вот такой вот переходничок безымянный, как вы видите. Вот что внутри. Справа такая защелочка, чтобы карта памяти не вылетала маленькая. Контакты, как видите, если смотреть, слева третий и пятый контакт, ну еще, правда, по-моему, последний быстрее, ну, первыми включаются. Используют они такую технологию, не очень я понимаю, зачем это надо. Потом один контакт, четвертый справа, видите, вообще не используется. Зачем его надо было делать тогда? Ну, то есть он не идет с контакта, вот который раз, два, три, четыре, с четвертой, пятой, шестой. Ну, если слева читать, четвертый на шестой соединения нету. То есть получается, они один контакт вообще не используют. А зачем тогда нужно было проектировать его? Странная вещь. Они просто, видите, берут с четвертого и посылают. Ну вот наверху, видите, перемычка такая сверху карт. Потом не очень я понимаю, еще два левых контакта, они более тонкие по размеру сделаны. Зачем это надо, тоже не понимаю. Как вы видите, здесь такие пружинистые контакты, и они прижимают, и они покрыты какой-то латунью, чтобы передача данных лучше была. Так. Так, это дата производства. Это сама контактная группа. Почему вот эти два тоненьких справа, не очень я понимаю, в чем смысл. Зачем такой дизайн странный? И зачем вот эти штуки две было соединять? И с одного контакта получается, по сути, не брать с одного контакта карты. Так, а еще вот здесь вот сверху ездит блокиратор записи. Сейчас он улетел куда-то. Он очень свободно двигается, и его легко переместить, например, заблокировать или наоборот разблокировать. Плохо сделано в старых дискетах, таких 3,5, которые там было нормально, все четко блокировалось. Здесь то же самое вполне можно сделать, места хватает. Какой-нибудь такой жесткий блокиратор. И еще смотрите, очень мягкая пластмасса. Ну, вот эта часть еще более-менее крепкая, но она, видите, вот чуть что, то все сразу у вас разлетится или контакт потеряется. Но эта крышечка вообще очень тонкая. То же самое и в SD-картах сделано. Видите, очень, ну, вполне могли и потолще сделать. Очень уж ненадежно все это сделано механически.
И хотя бы ребра жесткости сделали. Вот здесь вот есть немножко ребра жесткости. Но их недостаточно. Поэтому как аккуратно не обращайся с картами, они будут разваливаться у вас через год. И до гарантии вы не дойдете. Потом вам скажут, что вы сломали. Хотя на самом деле просто, может быть, немножко надавили, когда вставляли. Ну, на этом все. Сделаю еще обзор поломок microSD карты, потому что она сломалась у меня. Но это отдельным роликом.